Здравствуйте, уважаемые зрительницы канала «Иванова наука». Меня зовут Русских Иван, и в этот замечательный весенний день я хочу сердечно поздравить вас с прекрасным праздником, с 8 марта. Этот замечательный весенний праздник как нельзя хорошо подходит женщинам. Женщины цветут, женщины прекрасно выглядят, женщинами прекрасно любоваться. Весна – время цветения, весна – время обновления. Весна – время хорошего настроения. И я очень желаю, чтобы в эти весенние дни каждая из вас нашла что-то, что ей будет очень по сердцу, что ей очень понравится. Ну а мы, мужчины, конечно, будем вам в этом всем помогать, как никогда, именно теперь весной. 8 марта – довольно необычный праздник. Женщины в свое время боролись за свои права, и я совершенно уверен, что прав у женщин теперь достаточно много, и обязанностей всегда было еще больше. И вот мне хочется вам пожелать, чтобы к этим правам и обязанностям у вас всегда были желания и возможности. Пусть вы будете обязаны делать только то, что желаете, или то, к чему лежит ваше сердце, или то, что вам приятно, и долг в чем не обузит вас, никак не скует вашу волю и свое желание, ваше желание жить. Жить полной жизнью. Кто, как не мы, садоводы и огородники, знаем вкус к жизни, особенно, который у нас просыпается весной. Поэтому я вам желаю прям полным телом, всем телом надышаться этими весенними днями, зарядиться энергией, чтобы ее хватило надолго, надолго и надолго. Пусть все дни будут солнечными, пусть вы всегда в любых обстоятельствах, будь то в огороде, будь то в магазине, будь то дома, будь то на работе, всегда чувствовали себя настоящими женщинами. И в этом мы, мужчины, тоже будем вам помогать, я обещаю. Что ж, на этом я сегодня прощаюсь с вами, оставляю вам свои пожелания, тепло своей любви, своего уважения к вам. И надеюсь, что мы долго-долго еще будем идти вместе. До встречи!